Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр, Робби, Енот, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что все написали в комментариях, написали мне ВКонтакте, чтобы я снял чужого, и желательно карта школы. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Серега давно не был у нас в роликах, поэтому мы ему доставим роль поставить много бомб. И одна из них будет настоящая, и будет очень много фейковых. Пацаны, вы готовы? А можно мне роль дурака? Я же тоже давно не снимался. А какую у тебя роль? Дурака. Хорошо. Разве такая роль у нас есть? Мы создадим. Серега, сколько ты с нами не снимался? Недели три? Ну, почти месяц, Димас. Так что пора тебе потроллить меня сегодня за все дни. Все дни, которые я тебя не троллил. Ну да. Я так троллил. Ух. Какие затроны. Так что, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый божий день. Стараемся для вас. Нет, это обычный гаш, чтобы ты нас не видел. Чтобы ты не подглядывал. Я вообще ничего не вижу. Вот и хорошо. Понеси меня к кольцу. Кольцо? Да, физгатку. Так можно? Да. А это... А я уже заблудился. А да, это правильно. Стреляйте, он за окном заходит. Вон, он зашел к нам, окном зашел. Я бегаю. Давайте камеру отдалим, чтоб дальше. Я вселился в одного из вас, догадайтесь. Блин, да постоянно этот звук какой-то звук. Лапками. Успокойся, псих. Это у нас разогревочка. Ну, вы еще меня не убили. Но тебя уже избавились. Ладно, убили, молодцы. Пошел вон. Красавчики. Здесь не видно. Акула палит меня постоянно. Это честно. Это я. А мне можно. Я возьму даже миниган. А то бессмертный. Да блин. Почему это не могу терять решетку домой? А я ухожу. Ай! Это типа свой дом? Убей меня, он у меня. Нет, я не в нем. Убей. Я не пошел на него. Ой, блин, прикольно, я вселяюсь, кого хочу, они мочат. Садите от дыма. Блин, вы что, меня пригвоздили, что ли? Ой. Так, сейчас будем разогревочку делать. На тебе. Серега бомбы ставит. Задолбал, кто тут кидает, а? Взрывной не использует. Все, давайте. Да, взрывной не надо, взорвете раньше времени. Блин, скромник. Так, короче, всех мочишь, ты чё такой псих? Дай хоть какой-то шанс мне маленький. Без шансов. Я не буду спешить, потому что когда я спешу, у меня не получается. Ты людей смешишь, когда спешишь. Я понял. Красавчик. Не используйте бомбы, говорю вам. Вы бомбу подорвете. А Серега может забанить. Спокойно. Енот, ты с чего стреляешь такой мощный? А? Что? Да что за оружие у тебя такое? Это читерское оружие. А? Кто сказал? Блин, вы мне заблокировали проход вонючей гранатой. Сейчас подожду, она рассеется. Ну, кто взорвал? Пацаны какие-то неадекватные. Ай, сейчас себя убью. О, ну сейчас ко мне придут. Чё а ну-ка, догадайтесь, кого я вселился? Ни в кого. Угу, хорошо. Ни в кого, я проверил. Он слева. Вы блокируете прохода, их всего два, я не могу пройти. Акула противная, отвали от меня. Я тоже слышу. Есть, я успел. Я успел. Не успел, я его убил. Угу. Я проверил. А вот мой труп лежит. Видите? Так, смотрю, что Серега делает.
Вон он, вон он, вон он. Где? Это не я. Он по своим, да? Friendly fire. Вот эта перестрелка у нас классная, мне нравится. Зато я как-то убью. Так нечестно, ну вон отсюда. Убейте меня. Убейте так, сколько меня. Серега бомб поставил, пока я мертвый? Раз, два, три, четыре. А это ты с Team Fortress'а что ли взял? Нет, это мод такой. А я знаю, где настоящая бомба. И где же? Так, 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 я вот думаю. На кольце. Нет. Да. Да, да, на кольце, Димас. Так, или. Сейчас смотрю. Я походу. А чё Серега на месте стоит? О, пошел. Нафига мы перекрыли, блин, а? Пошел. Так, Серега, выходи, они тебя сейчас убьют. Я. Не дамажьте Серегу. Зачем вы Серегу дамажите? Задолбал уже. Но. Так, Серега ходит нормально, уверенно. Так. А зачем тебе физган? Бомбу закрыть. Ага, бомбу взял. Ставь вот так ровненько, да. Там кто-то сидит. Нет. Я мертвый, просто слежу за Серегой. Долго что-то сидит. Вот говно! Как ты догадался, Серега? Сам себя выбрал. Псих. Сейчас я за угла наскочу на кого-то, ждите. От дерьма. Бесконечное убийство, мне нравится. А меня-то зачем было убивать? Блин, ну прикольно, мне очень нравится. Дайте я убегу хоть, дайте убежать. Да ну ты задрал. Так, физганом не свети и фонариком ровно свети. Дерьмо увидел. Молодец. Отойдите от дверей. Он взял настоящего, чужого. Да, ой. Потому что я был у кого-то очень долго в кишках и эволюционировал. Так. У меня близкий пистолет, кажется, тебе никуда сейчас, не подождите, взять. Я бомбу просто выхвачу, где настоящая. Скромником там? О, бомбу нашел настоящую! Ну блин, момент, а чем ты меня убил? Выйдешься. Да это нереально какая-то лосорушка. Слышу, успокойся. Нет, ты успокойся. Я знаю, что я ходил по полу, я нажимал и нашел где настоящая. Да ты читер. Почему читер? Я умный. Не видел. Мы тебя не видели, да? Давайте проверим тогда одну фичу. Смотри, я стою невидимый. Сейчас. Да. И стою на пол, вот бегаю. Вот смотри, я сейчас стану, пули сквозь меня пролетают. И вот прям бегаю, слушайте. Слушайте, я бегаю, видите? Слышите? Да. Вот ты сейчас ко мне подбежал. Сейчас отбежал. Вот я прям перед тобой стою, стреляй. Да. Ня, не убиваю я. За это я тебя убью. Ну блин. Убей решил. Так нечестно, енот. А я енот. Ты читер, читерский енот. Нет, ты мне дал драка. Да блин. Играем в игру, не попадись енотом. Нет, играем в игру, взорви бомбу. Я жив? Да как? Я тебя схватил за кишки. Серега, видишь, получается, может человека спасти, если вовремя стрельнуть. Да, тебя импульсная, да, выпуска тебя может спасти. Бульбазар. Так, пошел вон. Я, кстати, застреваю в тебе. Я чувствую то, что здесь. Все застреваю. Сзади, Серега. Слышь, слайс, подлец. Давай, слайс, ко мне сюда.
Да блин! Пошел вон! Ай! Это без читерского оружия никто. Ну-ну. Админского, а не читерского. Ну, Дима со своей... Свой язык. Ах ты ж, поймал меня все. Отлично. Ну, Серега меня спас. Серега меня спас. На, в голову, просто в голову. Из-за задержки я не могу себе оружие. Читер, пошел вон. Я пытаюсь себя оружие. Отлично, вот что я хотел. Я спасаюсь. Куда ты спасаешься? Тебя уже не спасти, тебя уже. Ой-ой-ой. Все. Кабум. Давайте отлетим, посмотрим, что сейчас будет. Вот это, она что, засасывает? Или что она всё, делает? Жесткая задержка. Она взрывается. Ну хоть спасибо, что не вылетела. И ядро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.